Мне полиция бьет. Каждый год все мальчишки и девчонки нашей страны с трепетом ждут этого.
праздник. Праздник, когда прозвенит первый школьный звонок. Для чего хорошего в вашей школе? Сядьте прямо, руки положите на парту, откройте тетрадки. Ни почем не хочу учиться. Никогда не пойду в школу. Ах, Буратино, что ты такое говоришь? Вы слышите, что говорит Буратино? И как ты можешь говорить такие вещи? И вообще, почему вы сбежали с урока? Мы еще не закончили урок арифметики. Вот влип. Буратино, у вас в кармане 2 яблока. Врете, ни одного. Я говорю, предположим, что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у вас 1 яблоко. Сколько яблок у вас осталось? 2. Подумайте хорошенько. 2. Почему? Я ни за что не отдам некто яблоко, хоть он дерись. Буратино, у вас нет никаких способностей к математике. Займемся диктантом. Да пожалуйста. Возьмите тетрадь. Да пожалуйста. Возьмите ручку. Да пожалуйста. Пишите. А роза упала на лапу. Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот. Вот гадкий шалун! Вас надо наказать. Агнита, если друг не смеялся, включи. Мы приветствуем всех вас. Посмотрите на нас. Мы стояли, долго ждали и обдумывая речь. Ушку речи мы сказали. Уф, гора свалилась с плеч. Идем мы в школу. Первый раз прощайте, дошколята. Мы в братство школьное сейчас вступить хотим, ребят! Аплодисменты, родители, у нас дебют! Новую форму на себя надели, новенькая ручка в новеньком портфеле, новые книги, палочки для счета, новые тетради, новые заботы! Yeah.
1 сентября. С праздником взглядом мир ласкает добрый друг. Светлый день идеи, новые затеи, дел болезни не найти. Ты узнаешь много о своей дороге, жизнь в счастливом пути. Новый день придет, нам радость принесет. Новый день придет, мне все наоборот. Новый день придет. Мерцающих глазах.